обожаю свою машину. Зовут ее Любаша. От слова любовь. Люблю. Любашенька моя. Мы вместе с ней уже 10 лет. Такие нежные слова в адрес своего железного коня звучали в первом конкурсном этапе «Визитная карточка», где прекрасные автоледи представляли конкурсному жюри себя и свое средство передвижения. Меня зовут Юля, я бодрая чекуля, и старый млад вам это подтвердят. Гоняю я на Мазде. Эй, пипл, здрасте! В рамках конкурса девушки должны были украсить свое авто, а также показать свою сноровку в управлении машиной, припарковаться, проехать несколько метров назад и преодолеть искусственные препятствия. Справились с этим этапом женщины-водители просто прекрасно. Я решила участвовать в этом конкурсе, потому что хочу доказать, что женщины тоже способны хорошо и быстро ездить и качественно. Также каждой автоледи сотрудники дорожной полиции предложили проявить смекалку в неординарной ситуации на дороге, где участницы должны были продемонстрировать не только знания правил, но и свое чувство юмора. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему у вас ремень безопасности не на том месте? Какое место дороже, такое защищает. Мы проводим вот такой конкурс для того, чтобы обратили внимание на, первое, это соблюдение правил дорожного движения, на уважение друг к другу на дороге. Девушки наши показывают не только искусство владения автомобилем, а свою активную позицию на дороге, себя покажут, красоту свою. Все участницы по итогам конкурса были награждены памятными подарками, сертификатами и призами в 8 номинациях. Обладательницей же главного титула «Мисс Автоледи 2018» стала Юлия Михайлова.